Мы с вами находимся фактически в личном храме Гомельского архиепископа. Но, в отличие от многих других подобных храмов, что в Беларуси, что в России, вот так вот с ноги, с улицы попасть невозможно, а здесь возможно. Это нашими предками создавалось для всех нас. Поэтому это наше наследие. Вот это одна из причин, почему он открыт, епархия открыта, доступ открыт. Можно прийти вот так вот на экскурсию, можно прийти вот на службу. Раз в месяц здесь, как правило, происходит служба в последнюю субботу месяца. Либо по своим каким-то потребам, да, то есть эстетически насладиться, либо просто побыть одному. Здесь, на этой небольшой территории, скажем так, собраны фактически все традиции, все школы, все технологии, которые были на территории Беларуси за эту тысячу лет. Мы открываем второй зал, и он посвящен полностью будет истории книги.